чем просить помочь с ошибками, как их исправить, у спортсмена, которого никогда не видел, очень сложно. Поэтому нужно провести с этим спортсменом несколько тренировок. Там, 2, 3, 4, 5, чтобы понять, как спортсмен двигается. Потому что, как я уже и раньше говорил в предыдущих видео, нет идеальной техники, есть только модель техники. И в зависимости от того, как вот люди ходят, у них все вроде бы совершают шаги, но походка у всех разная. Также и в технике подъема штанги. Есть какие-то отклонения в ту или иную сторону, и чтобы понять, может быть, это спортсмену комфортно именно так поднимать в плане техники штангу, и, может быть, не нужно переделывать какие-то моменты в его технике, указывая, что это является его ошибкой. Поэтому я расскажу сейчас о тех, на мой взгляд, ошибках, которые я вижу в тех видео, которые сейчас я продемонстрирую. Но не стоит этого принимать как стопроцентное.